В настоящее время на территории Кыргызстана насчитывается порядка 25 тысяч некоммерческих организаций. Как отметил заместитель министра юстиции, ранее, чтобы зарегистрировать организацию как некоммерческую, требовалось только заявление. Также НКО не предоставляли никакие отчеты об источниках финансирования о проделанной работе. А сейчас, со вступлением в силу изменений в закон о некоммерческих организациях, представители НКО должны будут предоставлять в уполномоченный орган отчет о своей деятельности. Ранее представители НКО не предоставляли никакие сведения о своей деятельности. Не было известно, из каких источников финансируется их работа и куда и в каких целях расходуются средства, сколько работников они нанимают. Также их сфера деятельности конкретно не указывалась. Были случаи, когда в уставе прописывается один вид деятельности, а на деле они занимаются совершенно иным. Теперь же со вступлением в силу закона на базе Министерства юстиции планируется создание реестра. Если НКО спонсируется иностранным донором или иной международной организации, то это НКО будет регистрироваться как иностранная некоммерческая организация. Общество и государство должны видеть, из каких иностранных источников и на какие цели поступает финансирование неправительственной организации. Внесенные изменения в закон не будут препятствовать деятельности некоммерческих организаций. Государство не вмешивается и не собирается вмешиваться в деятельность НПО, НКО или СМИ. Кыргызстан лишь требует обеспечить прозрачность их деятельности и подотчетность налоговым органам. Общество и государство должны видеть, из каких иностранных источников и на какие цели поступает финансирование той или иной неправительственной организации, отметил инициатор внесения изменений в закон о некоммерческих организациях депутат Жогорку Кеңеши Надира Нарматова. Вне зависимости от препятствий, успешно внесены изменения в закон о некоммерческих организациях. Как вы помните, некоторые выступали против. Даже госсекретарь США Энтони Блинкен отправлял письмо главе государства, в котором он выражал обеспокоенность по поводу законопроекта о некоммерческих организациях, которые тогда мы рассматривали. Сейчас могу сказать, что этот закон никак не ограничивает деятельность НКО, а лишь требует прозрачно осуществлять свою деятельность, то есть предоставлять отчеты государственным органам о своей проделке. Президент Садыр Жапаров пояснил, почему такой закон был принят. Неправительственные организации, работающие в нашей стране в течение 30 лет, нигде не регистрировались, никому не отчитывались. Они лишь открывали банковские счета, брали деньги у иностранных доноров и использовали их на свое усмотрение, в том числе в личных целях. Отныне они, как и все, будут регистрироваться в Министерстве юстиции, будут открывать банковские счета, теперь они начнут работать открыто, не будет бардака, как прежде. Возникает вопрос, почему иностранные доноры выступают против этого закона? Наши неправительственные организации их обманывают. Они распространяют ложную информацию, говоря, нас будут преследовать, нас будут задерживать как агентов иностранного государства. И доноры поверили. Именно поэтому они просят меня не подписывать этот закон. Вы на протяжении 30 лет работаете с иностранными донорами, и вас никто не преследовал за то, что вы брали какие-то суммы. Сейчас, что ли, начнем это делать? Я, как глава государства, гарантирую, что никаких преследований не будет. Мы не ядерная страна. Мы пока не собираемся летать в космос. У нашего государства нет секретов, которые нужно скрывать от вас и ваших доноров. У нас всю информацию можно найти в открытых источниках. Согласно внесенным изменениям в закон о некоммерческих организациях, теперь НКО не может держать в тайне размеры и структуру доходов, сведения о размерах, составе имущества и расходах, численности и составе работников, об оплате их труда и использовании безвозмездного труда граждан, деятельности некоммерческой организации. Также один раз в год будут проводиться плановые проверки в некоммерческих организациях. Айзрек Акматова, Умар Малашев, АЛАТО 24.